дайте. Уже знаем, что одна из самых лучших команд в Испании, не даже Испания, а даже в Европе. Конечно, отлично знаем эту команду, и не только Коке. За ветра на чоропу, как его видишь, как он сосечает, да ли он теперь сейчас способен заиграть? Как ты сочинишь цифру, как проводишь время с ним? Пуна ты хвала. Ну, конечно, Деверн уже давно тренируется с нами, вернулся в общей группе. Один из самых лучших защитников в России. И, конечно, всегда, когда он с нами, мы всегда станем сильнее. Спасибо. Muchas gracias. Продолжаем с главным тренером, пожалуйста. Seguimos con el entrenador. А почему не прилетели Фарфан и Ари? Вот мы думали, вы их берегли специально под этот матч со Спартаком, они не играли, а их нет. А потому что простая история, что они еще не восстановились. Здоровьем игроком я не хочу рисковать. Иначе они могут при повторной травме на долгий срок выйти из строя. Это нам невыгодно. На завтрашний день минимальный проигрыш для вас был бы хорошим результатом? Не очень. Но он вертолет. Ну, мы прекрасно понимаем то, что мы играем с одной из лучших команд Европы. Entendemos perfectamente que nos damos cuenta que jugamos con uno de los equipos mejores de Europa. Y я иной раз эту команду привожу в пример своим игрокам. En retiradas ocasiones pongo ese equipo como ejemplo a mis jugadores. Потому как надо играть матчи изо всех сил. Они играют каждый матч изо всех сил с любым соперником. Это их отличительная черта. Наверное, эта черта она от тренера Симеоне, он был. Таким игроком, такой тренер. Because for us, we can't understand where is the press conference.
So tomorrow we have the organization meeting. Barcelona, yeah. But tomorrow we just come back, yeah.